Быть может, как-нибудь на свете родится маленький поэт. Напишет стих он на рассвете, в строках своих пошлет привет. Расскажет, как садится солнце за горы, море и леса. Пожар в душе его зажжется, и он покажет чудеса. В строках своих напишет кратко, как много в мире волшебства. Нужна ведь будет лишь тетрадка, чтоб указать на естество. Как много вокруг нас природы, красивой, сильной и живой. Как небо нам подарит воды, и загоримся мы мечтой. А что нам делать с всем вот этим, решать тут должен каждый сам. И важно то, что мы отметим, каким душа лежит вещам.